привет, друзья и ученики! Хочу вас познакомить со своей новой ученицей. Всем привет, меня зовут Жанна. Да, всем привет. Жанна тоже уникальная девочка. Она раньше в тренажерке не занималась, но всю жизнь занималась спортом. И, насколько я знаю, ты занималась групповыми занятиями, да? Да, групповыми занятиями. Аэробика, фитнес. Да. Жанна не занималась до этого в тренажерном зале. Мы вам покажем ее первые шаги. Девушка хочет выступать, настроена серьезно. И раньше она тренировалась только в групповых занятиях фитнесом. Какие занятия ты посещала? Степ-аэробика. Года 4 ходила на всякие прокачки групповые именно. Понятно. Года 4, да, всего? Да, года 4. Поэтому подготовка хорошая. Вы увидите уже, мы вам покажем первые две тренировки, как будем отрабатывать приседания, становые тяги. Вы еще этого не видели, мы уже это прошли. Какие у тебя первые впечатления? Тяжело, легко? Не тяжело точно, но нужно поставить базу, нужно знать, как все делать правильно. Все правильно. Поэтому вы тоже, если начинаете тренироваться, не спешите. Если вам кто-то говорит о том, что базу не нужно делать, то эти люди придурки. Базу нужно делать, но нужно отрабатывать с очень легкими весами, подготавливая себя к серьезному тренингу. Самое главное – постепенность, грамотность, и будет у вас сила, счастья и здоровья, а у девчонок красота. Надеюсь, вы вместе с нами пройдете этот путь от первых шагов, и мы вам покажем первые соревнования Жанны, где, я думаю, мы сможем вывести ее уже как минимум в первую тройку. Следите за нашим каналом, пишите все ваши комментарии, вернее, вопросы в комментариях, мы на все будем отвечать. Всем пока! Пока! Всем привет! Хочу вас познакомить с моей новой ученицей. Давайте перестим. Тебе надо быть... А мне так смешно. Как ты будешь это выступать? Это у нас тут двое. А там ты выйдешь на сцену в трусах, в лифчике, а там тысячу человек сидит. Говори громче. Окей.